Сегодня на фабрике Old Dream, давняя мечта, создаются меховые шедевры наивысшего качества. А покупатели заказывают не то, что нужно, а то, что им хочется. Всех приветствую! Сегодня получили мех Fisher. После того, как мы сшили шубку из меха Fisher, выложили ее в каталог, у нас было очень много обращений. Хотим тоже шубку из меха Fisher. Именно Fisher. Вот шкурочки перед вами. Сегодня их получили. Количество шкурок 150 штук. Грубо говоря, это примерно, ну, где-то 5-6 полноценных шуб. Девчата, кто хотел заказать шубку именно из меха Fisher? Телефон на экране. Звоните, обращайтесь. Сейчас я мех покажу немного ближе. Возьму камеру и покажу мех ближе. Этот мех действительно очень похож на мех соболя. Вот соболь, вот он. А вот рядом Fisher. Вот соболя, если темнее взять, вот такого же цвета, как Fisher, не одинаковые будут вообще. Вот это соболь, а это Fisher. Ну, на самом деле это Fisher. Это, как в народе называют, американский соболь. Все шкурки первый сорт, все отборные, цвет натуральный, не крашеный. Сейчас я ближе его вам покажу. Так, вот они шкурочки, выглядят вот так, вот поближе. Некоторые даже с сединой попадают. То есть вот, еще раз повторюсь, получили 150 штук. То есть количество ограниченное. Будет ли он еще, я не знаю. Но вот сейчас у нас вот 150 штук пришло. Два бунта я взял и вот вам показываю. Все, спасибо большое, ждем звонков.